Сегодня я расскажу про красители и на каком этапе их нужно вводить в шоколад. Есть несколько способов окрашивания шоколада. Я поделюсь своим способом. Для окрашивания я обычно беру чистый белый шоколад и растапливаю до 45 градусов и добавляю краситель. В видео я использую зеленый краситель японского чая матча. Добавляю его буквально 1 столовую ложку, это примерно грамма 2, и перемешиваю. Ранее я использовала жидкие жирорастворимые красители известной фирмы, но теперь предпочитаю органические, более натуральные красители в виде пудры. Есть также сублимированные ягоды, измельченные в виде порошка. Для более насыщенного цвета можно добавить еще несколько грамм пудры и снова тщательно перемешать. По моим наблюдениям, на 100 грамм шоколада выходит примерно 5 грамм красителя. Не забывайте, что шоколад необходимо протемперировать, поэтому после добавления красителя я добавляю калеты. Темперирую я всегда калетами, и если кто не видел ролик, как темперировать белый шоколад, я прикрепляю вот здесь ссылочку. Обратите внимание, что не должно остаться вот таких крупинок красителя и не растворившихся калет. Поэтому нужно тщательно все перемешать до вот такой вот гладкой консистенции и рабочей температуры 27 градусов. Если калеты уже растворились, а рабочая температура так и не достигнута, то у меня есть небольшой лайфхак. О нем смотрите в следующем видео.